Так, всем привет, мы на базе отдыха «Березка» и проводим здесь игровой джем со школьниками от «Ноупоиск». И сейчас мы все вместе пойдем играть в игры. Побежали. Покажи свою игру. О, вот он играет. Окей, это что это? Что это? Это неудобное управление. Это я. Не жалуйся. Я жалуюсь. Я шубья же. Я просто плохо играешь. Да у тебя-то бас. Отбирай у него шарик. Сейчас игра закончится скоро. Вся игра закончится. Ага, а как я же нажимал? Я же нажимал. Нет, тогда пишите лайк, потому что лайк правит. Надо нажимать. Окей, а какой игрой вы вдохновлялись, когда создавали футбол? Футбол. Смотрите на название, вы все поймете. Мы... EA Sports Tena Game. Сначала мы вдохновлялись пинг-понгом для двоих, а потом это переросло в нечто большее, и мы подумали, что можно будет сделать интереснее и прикольнее, если сделать футбол. Вам надо точно это делать, потому что очень залипательное, может быть, веселое в команде. Для двоих игроков это... Играть в школе на переменах в эту игру. Интересно. Да, вот играйте в школе. А потом сделать ее под Android или под Android и подключать Xbox-овский приставку. На телефоне очень много таких похожих игр. И... А, на компе меньше. Ну ладно, так идем дальше. Так, что это за игра, что тут нужно делать? Ходить тут нужно и убивать других колобков. А как убивать? Она перебивает. Подходишь близко. Я плаваю. Типа прикол в том, что ты должен, ты одного подвел, и ты подводишь следующего. И тот, кто пианист и быстро подводит, он и выиграет. Типа ты будешь пятером против чего раз и победишь. А потому что ты за него играл, да. И тут чем ты больше за одного персонажа играешь, тем у него больше уровень. Типа это понял, это динамическая прогрессия. Окей. Так. Расскажите о вашей игре. Это алкотест. Типа, это режим читера, правда. Просто представь, что это все черные и белые линии, это барьер. Черные отправляют на А, а белые они просто тебя блокируют. В этом-то и прикол. А самое тяжелое это вот это передвижение. Ага, это тут нужно, значит, пройти змейкой вокруг этих штук и не задеть ничего. И не задев. Если ты задеваешь если ты можешь пройти это не задев, то ты не алкоголик. Потому что это дело требует максимальной концентрации. Понятно, клёво. Окей. Так, идем дальше. Играть в другие игры. Так, ну-ка, что здесь происходит? Так, это, конечно, сетевая игра, тут можно играть вдвоем. О, господи, тут можно играть вдвоем. Так. О, я играю за желтенького чувачка. Блин, какие классные анимации. Классная анимация. У первого показывается N, тот проигрывает. В силу того, что с анимациями травма. Евгений Александрович проиграл. А у меня еще написано, что он жив. Ну ладно. Из-за того, что травма с анимациями, да. А, ну ладно. Не очень красиво выглядит. Так, идем дальше. Так, что же тут происходит? Поэтому мы сделали просто перемещение между временами. Например, у тебя родился, или вот это вот. Перемещайся. Графа перемещайся во время. Да. Перемещайся. В будущее. Перемещайся. Да, потом это обходишь, возвращаешься обратно, и ты там. Ну, даже у тебя, потому что тебе горло нужно пройти тем самым делом. Вот. Так, оно просто так работает. Ну правильно, под козырьком-то точно. Вау, как красиво! Ой, надо перезапустить. Я просто где-то увидел уже. Вот это? Ребята, вы команды без меня? Надо уворачиваться от сосулек, да? Да. Ну, потому что как зима, снег не чистит. Миша, Дима. Ну все, мы дай. О, так, а вот это Tower Defense. Да, а там, в общем, лор вообще связан с ветвями. Давайте перезапустим, Давайте. Цеха. Да, там, в общем, в 60-е годы американцы построили утюги, которые должны уничтожать российские церкви. Это Российская Федерация, а утюги, они против. Делаем, церкви, делаем против нашу экономику. Против всего. Они, короче, очень плохие. Да. В общем, там очень все сложно, мы сами ничего не поняли.
А, тут можно строить, и остается 5 секунд до волны. Так, 3, 2, 1, и сейчас будет волна. А потом нужно построить дот, он защищает вас от этих. Так, а кто атакует? Вот это дот нужно, а иначе вас атакуют утюги. Я могу поставить дот? Да. Еще раз. Или не можешь? О, все, поставили. Все, он убивает молитвами. Это молитвами идет война. А, то есть получается, это требуется такие ресурсы, а это такие ресурсы добываются, и вот они добываются, видимо, где-то здесь. Да. Так, а что мне там 25, можно еще один дот поставить. А, это, или это он его дот. Улучшает. Это а, вот этот дот. Да? Он там на 5, что ли, утюгов их улучшает. 40, 50, а, 90. Так, а вот этот ресурс кто добывает? Вот он или кто? Или он. Этот скорее. А вот этот ну, что древесина, там? Это каменоломня. Это. А, это металл. Да. С каждым разом все больше и больше. 25. Надо их как-то сереньким покрасить, что было понятно, что нельзя строить. Все, отлично, теперь у нас много металла. И теперь можно ставить дотов кучу. И нельзя. Что, почему нельзя построить? А, можно. Так. Лимит на доты. А, да? Нет. Нет. Ну, я просто пробуюсь. Окей, ты... вообще классно. Так, а вот правая штука еще не готова, видимо, да? Еще одна башня, еще какая-то башня здесь. Она в разработке. Да? А, окей. Я как построить можно? О, она еще выглядит смешно. Она выглядит красиво. Я уже их выиграл. Класс, так, окей, давайте пойдем дальше. Играть в следующую игру. Привет, покажи игру. Вот. Класс. Это персики. От них нужно уворачиваться. И нужно стрелять в другого человека. Или не человека. Персонажа. Там, да, придется... Это надо вырезать. Это лишнее. Можно с вами стрелять? Давайте. Поехали. Вы за Антона, а я один. Вы за кого? У меня еще две бумажки. Поехали. Да. А атаковать на что? На shift. То есть на вот это. На белый. Ой, у меня рука съехала. Внизу показывается хп. Ой, да. Я проиграл. А вы победили. Поздравляю вас. Антон Дмитриевич проиграл. Я не знаю, что это, да. Но анимации этого персонажа, конечно, по центру смешные. Какая-то башня, да. Что происходит? Леруша стоит, соединяет. Понимаете? Понятно. Итак, ребятки, пока подводятся итоги, вы можете поиграть в игры еще с друг друга и потихонечку собирать технику. Вот в этот шаг. В принципе, вы еще можете на F нажимать и тащить. А че? А вот. А он моментально КДшится, если убил? Так, кому еще подойти надо? Вроде бы ко всем уже подошли, у всех посмотрели. Да. Вот такие игры были на лагере по геймдеву. До новых встреч!